Мур, привет, друг, это Зверько, и новостной выпуск 1.3.94. На тестовый добавили первого русского героя, Машу, историю, как мы этого добивались, и обзор навыков в отдельном видео, ссылку прикреплю. По поводу эффекта первого навыка, разоружение. Он не позволяет противнику бить автоатакой 2 секунды, неплохо. В статистику добавили полоску, отмечающую дополнительные хп. Теперь заметно, что в сумме у Маши здоровье как у танка. Когда Маша теряет полоску хп, она иммунна не только к автоатакам, но и к контролю. Возможно, это баг. 15 июля будет доступен облик Гассена Веном, императорский скорпион. Первую неделю скидка 30%, а полная цена 899 алмазов. Акай, летняя вечеринка, и Бруно, элитный нападающий, улучшили эффекты навыков. Изменения героев. Иксборг, ульта. Немного уменьшили урон от огня. На втором и третьем уровнях навыка было 200, 325, 450, а будет 200, 275, 350. Вернули возможность перемещаться во время вращения, вплоть до взрыва. Баданг, пассивка. Теперь толчок и оглушение добавили в первый навык и ульту. Это усиление гораздо более мощное, чем я предлагал. Покажу эксперименты в отдельном видео. Лилия. Оптимизация эффектов навыков. Исправили баг отображения стаков второго навыка. Хильда. Пассивка. Увеличили исцеление, было 1%, теперь 1.5%. Приятное усиление. Первому навыку подправили урон по башням. Дигги. Первый навык. Увеличили КД до 12 секунд вместо 10. Чу. Первый навык. Убрали замедление у первых двух ударов. У него и без того много контроля. Ланселот. Пассивка. Исправили баг, когда экстра урон не рос с уровнем. Клауд. Второй навык. КД телепорта 3 секунды вместо 2. Люнокс. Темная ульта. Немного уменьшили скорость передвижения. Не думаю, что это сильно скажется на ней. Кагура. Ульта. Исправили баг, когда при подъеме зонта под ультой ульта отменялась. Гассен. Второй навык. Исправили баг, когда мечи не возвращались, потому что навык нажимали слишком быстро. Пассивка. Теперь он теряет стаки, если умрет. Нужно будет набивать заново. Сан. Теперь союзники и сам Сан видят таймер исчезновения клонов. Грейнджер. Оптимизировали эффекты навыков. Исправили ошибку анимации перезарядки после воскрешения. Ангела. Исправили ошибку неверного отображения стаков первого навыка. Кэрри и Лапу-Лапу. Оптимизировали эффекты навыков. Изменение предметов. Все маски. Если ты в своей команде на пятом месте по голде, то будет давать не 15 монет каждую секунду, а 20. В прошлом обновлении писали 25, видимо решили, что будет слишком жирно. Маска трепета. КД оглушения увеличили до 45 секунд, было 30 секунд. Прочные сапоги усилили эффективность пассивки, теперь уменьшают время контроля на 30%, ранее было 25. Жезл молний. Уменьшили бонус к урону от маны. На этом серьезные изменения заканчиваются. Если видео тебе понравилось, подписывайся на канал, делись им с друзьями и ставь свою замечательную лапку. Удачи, друг!